Привет, с вами снова Эмп, и я продолжаю проходить эфир Extraction Point. В данный момент лучше просто спрятаться за ящиками и подождать развязки. Что за черт? Вали отсюда! Все в порядке. Не бойся. Что тут сейчас произошло? Ну, появилась Альма и всех разбросала. Вот. Тем самым мы не потратили ни капельки здоровья, ни одного патрона. Можно собрать оружие, если оно нужно, конечно. Почти все здесь до единого, это перфораторы. Ну, мне он нафиг не сдался. Ждем, пока восстановятся рефлексы более-менее, и продолжим. Спускаемся на другую ветку. И тут же бежим назад. То иначе размажет. Будь здоров. Обратно уже подняться никак, поэтому продолжим сюда идти. Видите, вон в окне торчит Альма. Ну, сначала сходим сюда. Замки сбиваются, как вы помните, ударом, либо выстрелом. Забираем все, что можно унести. И уходим. Движение! Опять эти клоны. Ох ты ж, ёпка, РСТ! Самозакрывающиеся двери — это не самая удобная штука. Mm-hmm.
использования гранат. Да что ж такое? Все-таки гранатами я кидаю хуже, чем стреляю. Мы видим кучу пулеметчиков. Таким нехитрым способом. Продолжаем их уничтожать. Ждем, пока они... Перестану стрелять и стреляем сам. Один есть, остался еще один. Очередные глюки. Он здесь, Феттл. Наш напарник Джин Сун Кун и Феттл. Не подходи. Лично я вам ничего не сделаю. А вот за маму не поручусь. Этого лейтенанта, и они открыли мне многое. Спен, твои глаза. Так, из-за угла разобравшись со всеми, собираем все возможные припасы и топаем дальше.
Тут мы не пройдем. Ох уж эти самозакрывающиеся двери. Где-то только что что-то взорвали. Куда? Они повсюду! Сейчас перед нами новый тип противников. Клоны с пулеметами. Плюс и на них еще имеется щит. Очень тяжелые ребята. Успеем еще познакомиться близко. Простите, не ту кнопку нажал. Отряд рассыпаться! Шугнем гранатой отряд, который вышел. Пусть прибегут сюда. Или в крайнем случае будем двигаться вот так. Быстренько возвращаемся за угол. И отсюда отряд стреляемся. Остался еще один. Не докинул я немного гранату, как обычно. Ух ты. Что-то где-то сильно бухнуло. И куда-то делся мой любимый синий воздушный шарик. Упавшие коробки не дают мне пройти посмотреть, что находится там.
Ну и фиг с ним. Ну вот еще один был увеличитель здоровья в этом ящике. Не спеша идем дальше. Вроде ничего полезного под водой нету. Лезем наверх. Только что была альма. Где-то поблизости идет бой. Те самые ребята с пулеметами. Отходим назад. Безостановочно стреляем и не даваем их прицелиться. И падаем вниз. Ужасник игры снова о себе дает знать. Бороться с этими гадами нужно точно так же, как и с Хэви. Фактически это и есть Хэви, только более модифицированный. И у него сейчас возьмем кое-что интересное. А именно пулемет. Ну, описывать вам эту штуку не имеет смысла. Все знают, что такое миниган. Очень убойная вещь. Куча патронов. Нереально прицелиться. И сильно снижает маневренность. Правда уж, если противник попадет в его зону действия, пиши пропало. Противнику, конечно же. То самое место, которое мы видели из-за двери закрытой. Куча мертвых клонов, которые также были здесь. Делать нам тут нечего, идемте на выход. Заберем аптечку, чуть не забыл. Мертвый солдат отряда Дельта. Заберем усилитель здоровья. Если нужно, аптечки, мины, дробовик, если нужно, вернете на место. Если, конечно, он у вас был к этому моменту. И двигаемся дальше. Mm-hmm.
заложим-ка мы минку одну вот здесь. Убойнейшая штука. Вот, кажется, сработало. Заложим вторую. На всякий пожарный. И продолжим стрелять. Ну, здесь нам нужна точность. Торопиться. Где-то должен был остаться еще один противник, судя по радиопереговорам. Пойдемте сходим на разведку. Соберем нужные полезные предметы. Если нужно, вернемся сюда. Обычный стул очень может помешать вашему продвижению. Кинем гранату для профилактики. И кажется, я попал точно в десятку. Ну что ж, раз никого не осталось, собираем полезные штучки-дрючки. На всякий случай возьмем пулемет. Мало ли кто захочет иметь с нами дело. Но на дальней дистанции, правда, он бесполезен. Вы это уже сумели заметить, так как разброс пуль мешает точности. Правда, если в упор, и еще и в голову, ну, смертельное оружие. Длинный коридор, это закономерно, приводит к паранормальным явлениям. Опа, Янковский. Решил прикорнуть немного. Опять его нет, и опять длинный коридор темный. И потусторонняя хрень. Это были необычные призраки, так как вы видели, что они не умирают от одного попадания, но лучше близко их к себе не подпускать, а безостановочно стрелять по ним. Правда, на них же мы потратили все пулемет. Весь боезапас пулемета, точнее. Ну ничего. У нас еще остался автомат и пистолеты. Дальше пройти не получится. Так что топаем только вперед. По этому длинному коридору. Который тут же валивается вниз. Ну, ничего не поделаешь, следуем дальше.